Приветствую всех заглянувших на наш канал. Сегодня у нас распаковка. Шампуня Чи Кератин из Розетка. Сделан он в США. Объем 355 миллилитров. Написано, что он без сульфатов и парабенов. И должен он быть реконструирующий. Приехал он в такой упаковке. Донышко, крышечка. Никаких коробочек. Ну, будем надеяться, что хорошо запечатан. Сейчас посмотрим, что здесь. Я его еще не открывала. Может, там какая-то защитная штучка будет. Ага, просто замечательно. Хорошая идея, потому что такие крышечки всегда могут... Ну, не всегда, но иногда открываются, и шампунь вытекает. Механизм удобный. Открывается легко. Эту пленочку я открою перед использованием. Здесь есть усики специальные. Ну, замечательно. Вернем товару внешний вид. И почитаем, что здесь о нем пишется. Видновляющий кератиновый шампунь Чи. 355 мл. Засіб надає м'яку очищуючу дію. Інтенсивне відновлення пошкоджене волосся. Надає волосю м'якість, пластиластичність та блиск. Застосування. Наносити засіб на шкіру голови. Розподіляйте по всій довжині волосся м'якими масажними рухами і змийте. Виробник Faroux System Inc. Houston, Texas, США. Дата виробництва на упаковці. Так. Мабуть, це дата виробництва. Где еще здесь? Больше нигде. Так, а формат этой даты? Рик. Угу. 20-й. Месяц. Эль месяц. 33812. Это номер партии. Термін зберігання на упаковці. Температура від 6 до 25 градусів. Отлично. Надо посмотреть, що внутрі ще. Очень интересно. Открила я шампунь. Открылся он легко. Запах очень приятный стоит. Видно. Ну, он или беловатый, или прозрачный. Надо как-то добыть его, чтобы посмотреть. Надела я эту крышечку специальную. Сейчас попробуем из нее добыть шампунчик. Так, нам нужна одна капелька. Ага. Ой, очень густой. Густой шампунь. Немного перламутровый. Запах, конечно, божественный. Пока я довольна. Посмотрим, что будет с волосами. Пока спасибо Розетке
за товар, скидку, доставку. Все было отлично. Пока-пока.